Привет, Люда, USA, Нью-Йорк. Иду в другом направлении от нашего отеля и хочу сделать видео такого вот вечернего South Beach. Потому что я иду в противоположном направлении, я здесь еще не была. Просто небольшие такие будут фрагментики. Темы никакой нету. Тема одна. Маньяна. Краткий отчет, хотя у меня там в предыдущем видео я сделала, но краткий отчет такой. Ой, слушайте. Ну это такая красота. Это такая красота, вы знаете, такой вечереет. Туда я ходила, делала ночной. Ночной. Майами это дело, но я хочу вот пройти вот туда. Значит, хотя я уже говорила вам, как мне сегодня свезло, говоря словами Шарика из собачьего сердца. Свезло так свезло, как свезло, невероятно свезло, вы знаете. А свезло как? Вот вдруг такое голубое небо, сейчас 7 часов где-то, 8 час вечера. Так вот вдруг, красиво здесь, вы знаете, уютно, комфортно так. Мы, значит, мама там лежит, мы намазались этими кремами, как-то так полегчало, знаете, американская медицина, хвала американской медицине, вот честно вам скажу, а, прямо сразу отпустила, не просто обезболивание, но и стало легче в плане жжения, не только боль ушла, но, по-моему, и как бы вот этот ожог. А у нас уже ожог первой степени 100% был. Может быть, даже и второй. Вот так ездят. Вот так ездят. Опс, люди. Главное не упасть. Там что-то случилось. А что случилось? Люди стоят. Что случилось? Почему полицейские? Сейчас посмотрим. Наверное, хулиганство какое-то. Пропущу я сзади идущих людей. Они идут быстро. Посмотрите, какие полицейские здесь, а? Кого-то пытаются оштрафовать. Значит, эти на этих, как вот эти доски-то называются, с колесиками. Ну, я представляю, что в Нью-Йорке, ну, в Нью-Йорке так тоже ездят, сказать по правде, ездят, да, молодежь ездит. Но как-то, мне кажется, здесь так нарушается. Мне кажется, они выбирают вот туристов и штрафуют именно их. Почему-то мне так кажется. Вот они мне что-то впаяли, какой-то штраф. Ну, ладно, будем доверять майамским полицейским, что они все делают правильно и по закону. И что они не подкупны, не продажны. Хотя сегодня мы в новостях посмотрели, что одного засадили в тюрьму полицейского. С таким странным, с какой-то странной фамилией. Не хочу говорить фамилию. Так вот, фантастическим образом нам полегчало. Мама спала, а я просто лежала, смотрела там, что-то размещала, свои видео многочисленные. Сериал «С Флориды я иду». Смотрите мой сериал. Подписывайтесь на канал. Небо синее. И смотрю, так пасмурно за окном. Пасмурно. А я же уже разрабатывала план, когда мне купаться ночью, рано утром или в потемках вечером. Плавать-то хочется, вот, но сгорать-то больше до волдырей не хочется. И вот
Красиво здесь. И я смотрю, пасмурно. Я жду 5 вечера. Сейчас я зайду, посмотрю, что здесь. Так, ну вот, значит, я жду 5 часов вечера. А пасмурно. И я выглядываю, и вдруг я вижу дождик. И это было так здорово. Я уже рассказала в предыдущем видео, но я еще раз повторюсь. Это такая фантастика была. Это была просто фантастика. И я скорее побежала на океан. Мне было все равно, что был дождик. Я бежала по лужам. Я получала такое удовольствие. И я влетела в этот океан со словами: как шикарно, как шикарно, как шикарно. Как шикарно, что я одна во всем океане. Весь океан мой. И я плавала с 3 до 5. И вода была теплая. Вот как едут. Вот посмотрите, как едут. Нехорошо. Вот, так что я рада, день не пропал. И мне уже сумку не больно на плече нести, это удивительно. И как бы уже футболка не бередит раны. Вот. В общем, день не пропал, Бог милости. В такие подарки я ночью разрабатываю план, как мне, может быть, мне уже вставать в 5 утра, одеваться и быть к 6 готовой. И в 6 уже встречайте рассвет. Я уже готова была это сделать, но я заснула. Я заснула, и мы проснулись 8:30 и пошли на завтрак. Я решила, потом сходила в аптеку и решила ждать. Я решила ждать темноты. Я вчера ее видела. Я ее вчера видела с другой стороны, она была более спокойная. Как она живет? На что она живет? Я не понимаю. Она просто сидит, ругается, разговаривает сама с собой. Это просто удивительно. Как же выживают эти люди? Они же все очень-очень больные. Так, что здесь у нас? А вон, кстати, еще одна Walgreen аптека. Большой комплекс. Так. А, вот как раз эта улица Линкольн, на которой мне говорили, что здесь много-много всяких магазинов. И она вроде как пешеходной должна быть. Но в Walgreen я не пойду. Я же сегодня была в другой стороне. С другой стороны. Так, она никакая не гуляльная. Так, сейчас зайду вот сюда.